В соборной мечети республики прошел ставший уже традиционным республиканский конкурс чтецов священного Корана. Помимо красивого чтения аятов священной книги, участникам нужно было отвечать на вопросы по основам ислама и показать владение грамматикой арабского языка. Конкурс организован Духовным управлением мусульман Карачаева-Черкесии при содействии главы и правительства республики. Конкурсанты выступали в 6 возрастных категориях, в каждой из которых значительные денежные призы для победителей. А вот кому досталась путевка в хадж от главы республики, знает наш корреспондент Ахмат Халкечев. Новая соборная мечеть Карачаева-Черкесии, по праву ставшая одним из больших украшений нашей республиканской столицы, под своим куполом принимает этот конкурс впервые. Как и в предыдущие годы, конкурсанты выступали в 6 возрастных и в одной профессиональной категориях. Дай Аллах, чтобы эти конкурсы у нас не останавливались, продолжались. От этого будет баракат всей нашей республики. Ведь это в каждой мечети проводились эти конкурсы. И оттуда уже лучших из лучших отправили сюда на республиканский конкурс. Как еще поведал Исмаил Хаджибердиев, и в этот раз по уже сложившейся традиции глава Карачаева-Черкесии выделил 5 путевок в хадж. Решением Духовного управления мусульман 2 из них получат победители республиканского этапа конкурса, а оставшиеся 3 будут переданы старейшинам мечети, у которых не было возможности выполнить данное предписание ислама своими силами. Самому пожилому участнику этого года 83, а юному 10 лет. Я когда участвовал в районном, я думал, выиграю, не выиграю, а сейчас у меня уверенность в себе была, вот, и с помощью Аллаха я выиграл. Это все мама. Она меня учила Корану, вот, с 6 лет. Еще одной особенностью этого года стало то, что Духовным управлением было принято решение учредить денежные премии и памятные подарки для всех конкурсантов. Премии для участников, не занявших призовые места, из личных сбережений организовали единомышленники Ибрагим Хаджи Качиева, прихожане мечети села Дружба. Первая путевка в хадж от главы республики досталась победителю в категории профессионала, представителю Зеленчукского района. Очень счастлив, альхамдулиллах, что я сам не ожидал этого. Я очень хотел поехать. А так не знаю, когда получилось бы. Ну а второго счастливчика определили путем жеребьевки среди победителей в остальных номинациях. Им стал Ахмат Безжиев, представлявший город Черкесск. Рассчитывал получить книгу священного Корана. Больше этого ни на что не рассчитывал. Остальное, ну, конверт, бонус и хадж, это вообще, ну, неожиданность. Если сказать просто, чувства не выразишь, но радость, счастье. Также лучшими в своих возрастных категориях были признаны Курманбил Айпанов, Казимир Исикуев и Тимур Салпагаров. В каждой группе были 3 призовых места. Победители получили по 50 тысяч рублей, а конкурсанты, занявшие 2-е и 3-е места, по 30 и 20 тысяч рублей соответственно. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.